Предложения избирателей обсудили депутаты Уссурийска. Жители обратились к своим избранникам на округах. Итог – решение на комиссии по благоустройству и коммунальному хозяйству. В обсуждении участвовали 7 народных избранников в формате видеоконференции. В границах улиц Афанасьева, Лермонтова между воинской частью и Суворовским училищем горожане просят заасфальтировать межквартальные проезды, которые на сегодня выглядят удручающе. С такой же просьбой обратились и жители переулка Стрелкового и улицы Карбышева. Помощь депутатов нужна и в благоустройстве территории на Пархоменко. Здесь горожане предлагают построить сквер или детскую спортивную зону. В селе Воздвиженки попросили восстановить освещение в районе автобусной остановки по улице Ленина и отремонтировать несколько дорожных участков. Кто за, кто против, воздержался. Обращение горожан депутаты выслушали и одобрили. Следующий шаг – обсуждение на комиссии по бюджету. Ведь все траты должны быть прописаны и запланированы. Рассмотрят, проголосуют и только тогда примут окончательное решение. При положительном исходе включат в перечень предложений и передадут в администрацию для исполнения. Мы потом дальше отслеживаем. Вот этот депутат, он просто будет отслеживать, когда это включится, когда. Но нас должны обязательно включить в план работы. У нас Дума работает с администрацией вместе. Вот и все, что делаем для людей, чтобы им было хорошо жить в нашем Уссурийском городском округе. Выполнение наказов избирателей в приоритете работы депутатов. Каждый народный избранник регулярно встречается с жителями своих округов. График приема можно узнать на сайте Думы округа. Анжела Галышна, Игорь Антонов, Телемикс.